Всем привет, с вами я, Денис, и это видео о блогерше, на канале которой больше 3 миллионов подписчиков. Девушка снимает красивые видео, в которых показывает мастер-классы макияжа, рассказывает о своей жизни. Итак, речь пойдет о Марии Вэй. Это 10 фактов о Маше, поехали! Факт первый. Маша Вэй тщательно скрывает свой возраст и свою настоящую фамилию. Но известно, что родилась она 3 декабря в Тамбове. Факт номер 2. В начале карьеры Маша снимала ролики для одного из каналов красоты на видеохостинге YouTube. Позже она поняла, что может работать самостоятельно. В 2012 году, 2 апреля, Мария Вэй создала свой канал. Факт номер 3. Рост Маши приблизительно составляет 1 метр 68 сантиметров. Факт номер 4. Одно из любимых увлечений Маши – это чтение. Любимый автор – Стивен Кинг. Факт номер 5. Первое время Мария скрывала от родных, что снимает видео на YouTube, поэтому ей приходилось озвучивать видео под одеялом. Факт номер 6. Мария снималась в клипах успешной группы Смэша и группы Нервы. Факт номер 7. Также снялась в российском фильме ужасов «Дизлайк». Фильм выйдет в сентябре этого года. Факт номер 8. Блогерша любит слушать альтернативную музыку. Любимая группа Марии Вэй – Нирвана. Факт номер 9. Марию можно увидеть и в телеке, на таких каналах, как STS Love и Disney. Факт номер 10. У блогерши на канале есть множество перевоплощений в известных личностей, среди которых Меган Фокс, Джонни Депп и даже Белая Королева из «Алисы в стране чудес». Это были 10 фактов о Марии Вэй. Обязательно ставьте лайк, а в комментариях пишите ютубера, о котором хотите услышать факты. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех новостей и фактах о ваших любимых ютуберах. А с вами был я, Денис. Всем удачи, счастливо и пока-пока.